Приветствую, друзья, на русском эфире. Только что Андреас, вернее, не только что, 30 минут назад закончил свой эфир. Мы начинаем сейчас продолжение, так скажем, да, на русском. Если у вас есть какие-то вопросы, задаем их в чате. Я постараюсь ответить на поступающие вопросы. Добрый вечер всем Привет, привет. Бросаю ссылочку на Глен, кто забыл. И начну я с объявления, которое, конечно, раньше времени дала, чем команда планеты. Это сообщение о гильдии. Всем планетянам привет, привет. Очень рада всех видеть, кто сейчас уже зашел. Я не буду ждать опоздавших, это неблагодарное дело. Народ любит опаздывать, но как раз в начале обычно сообщаются самые такие горячие новости. Да? И как вы видели в объявлении, кто работает в Дискорде, последнее время очень много, что радует проснувшихся наших вернувшихся планетян, кто давненько не заходил на сайт. Очень радует, что многие вернулись и без проблем заходят все-таки в свои аккаунты. Много именно тех, кто не прозевал вот этот вот момент, когда был переход на новую Наш кошелек, да, когда мы заходим уже не по логину и паролю, а делаем коннект на сайте через свой кошелек. И если одно время прям у нас была проблема, появились те, кто вообще это все пропустил, то в последние полторы недели я общаюсь как раз с теми, кто спокойно заходит на планету, но не может увидеть все изображение. Но сейчас вернусь еще раз к гильдии прежде всего. Да? То, что у нас игровая гильдия появилась, и то, что ей были переданы большей частью уже большая часть тех игроков, кто полгода вообще ничего не делал. Вы видели из чата модераторов то, что я вот дала эту информацию, что 75% от общего количества вот этих вот участников, которые были признаны именно как бы недействующими. 75% вот этих вот уже пикс, они включены в счета гильдии. Если кто-то вот воспринимает гильдию, что там что-то появится новое, как кто-то нам сообщит аккаунт, нам кто-то что-то будет прям по этой гильдии давать какую-то информацию, это такой же игрок, понимаете, только с очень большим количеством пиксов просто крупный игрок. Вы не будете знать его ни логин, ни с каких это пор вдруг на рынке начинают раздавать какую-то вот такую конфиденциальную информацию. У вас все, что вы хотели купить, вы купите. Все, что вы хотели продать, вы продадите. И какая разница, кто в первую очередь отреагирует? Гильдия или какой-то живой настоящий ну, физическое лицо, так скажем, да, игрок в единственном лице. Поэтому вот какие-то оповещения от гильдии, что там она делает, как она там продает, по каким ценам она продает, мы это все будем видеть в маркетплейсе. Это точно такой же еще раз игрок. Поэтому если вы ставите что-то на продажу, и гильдия посчитает, что это очень хорошая приемлемая цена, она будет также покупать, как купил бы это любой другой игрок. Если вы, наоборот, увидели от гильдии какое-то предложение, как от любого другого и хотите это купить, вы сделаете свою ответную транзакцию, купите, и она у вас будет вот эта вот часть территории там или пикс конкретно в вашем владении. Поэтому не придумывайте себе ничего. Это еще раз повторюсь. Это такой же игрок, только очень-очень крупный, у которого очень много участков. Всего-навсего. Надеюсь, что я дала пояснение по гильдии, чтобы не было вот каких-то таких сверхожиданий. Самое главное, что мы знаем, да, что 75% уже вот этих пикс, которые были признаны недействующими от недействующих игроков, они уже у нас в маркетплейсе. Так что все работаем, все действуем так же, как и действовали. Что еще да, появились вот игроки, которые не знают, что такое наш Twitch и как там зарегистрироваться. Да? Смотрите, если вы зашли на Twitch, показываю вам экран, то если вы вот находитесь именно в прямом эфире, под видео у нас есть с вами ссылочка на страничку с заданиями. Если нас сейчас в эфире наберется 150 зрителей, а я надеюсь, что может быть и больше, 300, то вы сможете, перейдя на эту страничку, выполнить эти задания. Там совсем несложные 4 задания, по-моему 4. И там же одно из заданий ⁇ это указать свой кошелек. Как это понять, ссылка не работает. С чего вдруг она не работает? Проверяем, копируем ссылку, открываем соседнюю вкладку, вставляем копирую ее и что в ней не работает проверяем все работает ребята только что при вас скопировала под видео ссылку взяла скопировала и все работает так что вот опять же я не знаю как вот умудряется народ что-то сделать вот так что что-то не работает что-то да не так ну, как вот оно не работает, когда оно ну, вот оно, пожалуйста. Я только что при вас это сейчас сделала и все у нас сработало, да? Поэтому, если кому-то совсем сложно с этим справляться, то на нашей этой страничке есть о том, как зарегистрироваться, как зарегистрироваться, как зарегистрироваться в Twitch и как выполнять задания. Там есть ссылочка на видео. За два часа эта страничка будет действовать ровно два часа, поэтому вы все успеете посмотреть и все у вас получится. Так, вернуться. Надо мне вернуться в Twitch. Я его совсем закрыла. Так, еще раз. Так, ничего у меня не закрылось, все нормально. Еще раз, значит, ссылочку я брошу, еще раз скопирую под видео и брошу в чат. Она рабочая, все работает. Если не получается что-то, то вы знаете, да, что скопировать ее достаточно и отправить в конечном итоге к себе в браузер. Так, чтобы вы могли ее открыть, ну или в какой-нибудь мессенджер, чтобы там кликнуть и открыть ее в браузере. Так, что у меня с вопросами сразу? У меня не видно задания в Глеме. Ну, я не знаю, как вот, может быть, не видно тех, так, ссылка не работает. С чего вы решили, что она не работает? На GLEM не отображаются задания. Подождите, ну я только что открывала. Давайте еще раз. Еще раз смотрим. Я открываю ссылку в новой страничке. Ctrl-C. Открываем Google. Открыть в новой вкладке. Открываем в браузере. Ctrl-V. Открываем. Что там у нас с заданиями? Все открываются задания. Вот они. Ребята, ну я не понимаю. Я же вот ее прямо взяла сейчас под видео, скопировала эту ссылку, и вам ее отправляла конкретно в самой ссылке. Нет заданий. Как понять? Нет. Вот она страничка отдельно. Открывайте страничку. И вот они задания. Если вы по ним будете кликать, то все задания, все выполнимо. Три обязательных задания, четвертое дополнительное. Ребята, я не понимаю. Все задания, вот они, ниже, действительно, правильно подсказывают, что опуститесь ниже, где задания. Все есть. Последние пять дней не могу в Гугле открыть планету ни по одной ссылке. Все крутится и не загружает планету. Может, подскажете, в чем причина? Конечно, подскажу. Если вы заходили в Дискорд, то там конкретно в закрепленных э, сообщениях, э, чтобы вы уже быстро-быстро находили информацию. Здесь есть заходим в планету помощь, ну или на официальный канал планеты в русский чат. И здесь есть такая скрепочка, закрепленные сообщения. И в этих закрепленных сообщениях сказано, вот на ПК, вот тут есть такая... Кнопочка перейти, и вот оно открывается сообщение, что нужно сделать на компьютере для того, чтобы отображался корректно сайт. И здесь же э, дана рекомендация, что нужно сделать на телефоне, чтобы все корректно отображалось. У большинства людей, кто все-таки выполнил мои рекомендации, все работает. За последнее время я только одним и занимаюсь, что по сути дела сутками захожу. Люди читают через слово, через строчку. Тут прочитал, тут не прочитал. Когда спрашиваю, а в JavaScript добавили, на компьютере добавили в JavaScript сайт планеты? А где этот JavaScript? А здесь четко сказано, куда надо зайти, что это в настройках нашего браузера. Все сказано. И вот как только я наводящий вопрос задаю, спрашиваю, а в настройках телефона в приложении вы удалили кэш? в метамаске. А почему в настройках телефона? То есть, вы понимаете, вот все, что написано, надо просто слово в слово взять и выполнить. Но у меня же работает, и у других участников работает значит, что-то, проблема какая-то именно с вашим устройством. Также не бывает, что у кого-то работает, а у кого-то нет. Сайт он един для всех для всех одинаково работает. Поэтому, пожалуйста, друзья, вы поймите, что, что эта часть работает, да, что работает там, где мы строим территорию. У меня вот открыты обе вкладки, и обе без проблем работают. Я, кстати, сегодня продала свою выстроенную территорию. Если вы помните, да, я рассказывала на предыдущих эфирах, что у меня в Тринидад и Табага создана уже ареа. И так как у меня попалась территория, завод попался мне зелененький, значит, мне нужна была территория зелененькая. Я ее только начала строить в Буркино-Фасо. И понятно, что когда это, я ее выстрою. Но смотрите, как сильно изменились показатели, пока у меня стоял пикс под заводом. У меня суточная выработка энергии была всего одна единичка. А сейчас, когда я заменила, вот посмотрите, если зайти, заходим в билд и смотрим, что у меня стоит сейчас на А5, на этой плиточке. У меня сейчас стоит коммон Ария, то есть вот зелененькая, да, территория выстроенная. И стоит завод зелененький, то есть они должны по уровню друг другу соответствовать. И посмотрите, насколько у меня выработ... увеличилась выработка сразу энергии в 4 раза. Если суточная выработка энергии была единичка, то сейчас у меня уже стоит четверочка. У меня пока всего. Сегодня я забрала всего один раз энергию. А вообще, хочу сказать, что Задача-то не только увлекаться вот, сбором мешков Не забывайте, пожалуйста, что надо обязательно строиться Что я сделала? Я продала Не знаю, когда я еще выстрою следующий завод Поэтому я быстренько продала уже готовую ареа Из сиреневенькой территории да? Наши рары, так называемые И купила сразу себе зелененький территорию готовый ареа и вот сделал вот такую замену у меня сразу в четыре раза увеличилась возможность получать результат от своего завода энергию так что еще сразу по вопросам в самой ссылке нет заданий есть последние пять дней не могу в гугле но я только что ответила нам нужно обновлять ставки ранее сделанные Зачем? Не трогайте вы ничего. Вам кто-то что-то сказал, что надо обновлять, сами себе придумывайте, дорогие мои. Ничего не надо обновлять, ничего не надо. Если вы что-то поставили, еще раз повторюсь, это просто-напросто один игрок. Пожалуйста, смысл ссылок, если мы не можем собрать даже всего 150. Правда, что вот очень хорошо сказала Татьяна. Смысл в ссылках, если 150 человек не будет, а судя вот потому, что сейчас в эфире нас всего 73, 100% сегодня розыгрыша не будет, поэтому... 150 человек не желают задавать свои вопросы, а хотят все время заниматься перепиской в чатах. У меня в последнее время просто не остается времени, потому что очень много игроков вернулись, и прямо элементарные действия, где посмотреть видео, где найти информацию. Вот я сейчас занимаюсь тем, что в первый класс перешла к ученикам в первый класс. И поэтому так, вместо э, задания написано, эта акция начнется через 107 минут. Ну каких через 107 минут? Еще раз копирую ссылку. Под видео взяла ссылку. При вас, ребята, открываю Google. О, что я сделала, закрыла свою планету. Ой-ой-ой. Открываю Google в новой вкладке. Вставляю ссылку. Еще раз. Ну не может такого быть. Я же только что смотрела. Все задания доступны. Вот она: 102 минуты будет действовать э, задание. Эта страничка живет столько минут. Она не начнется через столько, а закончится она через столько. Посмотрите, на уменьшение идет. Если вы смотрите на верхнюю минуты до закрытия. Минут осталось до закрытия. Вы посмотрите, что написано-то. Поэтому, ребята, у вас, я говорю, два часа было на то, чтобы вот именно заняться выполнением четырех маленьких крохотных заданий, а не 107 минут начнется. Так, у меня открывается задание нет. Ё-моё, подтверждаю, не работает. Покажите мне скрин, сбросьте в, в Дискорде. Если у кого не работает, покажите мне не работающую страничку. Все задания работают. Ольга, ссылка не работает. Извиняюсь, можно еще раз ссылку на розыгрыш. Еще раз бросаю ссылку на розыгрыш. Ctrl V. Рабочая ссылка. Я только что по ней перешла и вот открылась страничка. И задания здесь работающие. И сто одну минуту, вот теперь уже 101 минута осталась до закрытия этой странички. Так, снова скиньте ссылку. Все, больше вопросов нет. Это на розыгрыш. Ну, народу уже мало, все равно можете просто даже не переживать по этому поводу. Что хотела сказать по территориям, ребята? Все, что вы выставляете, все, что вы делаете, как они у вас были выставлены на продажу. Я хочу сказать, что ничего не изменилось. Если вы хотите... Вот правда что, давайте научимся заходить сами и хоть кого-то... Так, как гильдия будет доступна. Я только что в самом начале все рассказала чтобы я купил те пиксы, которые мне нужны, просто те пиксы игроков, как их купить. Точно так же, еще раз повторюсь, гильдия, это считайте, как один, вот какой-то игрок, только очень-очень крупный. Для вас ничего не изменилось. Вы как выставляли на продажу, так и выставляете. Вы как хотели что-то купить, так и покупаете. Вот если взять тот же самый фильтр, и вы что-то хотите, например, ну, вот, есть у вас выставленные на продажу ваши ставки какие-то, да. Вы берете эти ставки, да, вот я хочу посмотреть, что у меня осталось выставлено в том же три предположим, да. Как они были, так и есть. И ничего там не изменилось, ребята, чего вы себе придумываете? Это такой же игрок. Не заморачивайтесь, вы. Главное, что они уже теперь не у, у игроков, которые вообще ни на что не реагируют, а у игрока, который как раз будет реагировать на ваши предложения. А так как очень-очень много заявок, не все одновременно произойдет, да? А, так, фильтр вот я взяла прежде всего, чем пользоваться фильтром, надо было сначала нажать очистить. Сейчас мы его очистим и еще раз ведем. Вот я здесь строила, хотела построить домен, но так как я продала территорию, то я здесь оставила минимум ставок. Берем фильтр, причем ставки я все сегодня поменяла. Везде просила продать за 5 AXT, оставила за по одному AXT. Что если вдруг кто-то мне что-то продаст, то в конечном итоге я куплю дешево, а вот тому, кто у меня купил территорию, я ему потом продам дороже. Это из таких целей. Trinidad. Вот я сегодня поменяла все. Потратила все-таки час времени лично на себя за кое-то веки. Так давно не дорывалась. Что в конечном итоге, вот я теперь все ставки поменяла. Сейчас вот они отобразятся. И вы увидите, что у меня а, так фильтр еще я, я не выставила, что именно а, мои, а, мои предложения, мои а, ставки. Так, еще раз оплай. Спасибо огромное, Эмилю. Азербайджан, привет за то, что помогаете мне правильно произносить английские какие-то слова из нашего проекта. И вот посмотрите, теперь все мои ставочки я сегодня буквально за час перевела с 5 AXT на 1 AXT. И теперь вот все, что я теперь прошу мне продать, на этой же территории, где вот я хотела домен построить. Теперь все ставочки, посмотрите, бет везде, везде у меня стоит. Теперь вот человечек, где нарисован, это все. Сейчас я укрупню немножко страничку, чтобы вам повиднее было, да, вот в этой части. И посмотрите, я все свои ставки поменяла. Вот там, где человечек нарисован, это я. Да, просила где-то когда-то игроков продать мне за 5 AXT, теперь я поменяла за 1 AXT. И мне без разницы, гильдия там это теперь распоряжается этим участком или еще кто-то. Главное, что я вот все-все-все ставочки я поменяла на 1 AXT. Потому что я собираюсь сделать маленький такой барышнический ход. Если кто-то мне продаст за 1 XT, я убедилась, что такое бывает. Это по Буркина Фасо, когда мне удавалось купить и за 0,2 XT, и за 0,5 XT, и даже есть там за 0,66 XT. То есть, если вдруг кто-то мне продаст за такую цену, замечательно, я их потом перепродам товарищу, который вот тут теперь стал вместо меня владельцем вот этой вот территории, которую я строила долгие-долгие несколько месяцев. Двинуться было невозможно. Вот теперь уже владелец не я инфопартнер, а вот стал владельцем у нас а, территории. СР-5688, с чем я его и поздравляю. Продала я, конечно, можно сказать, дешево. Да? Товарищ, который мне делал предложение, это он меня подтолкнул, в общем-то, принять такое решение. Выставлял за, Мне предлагал продать за 499 AXT, но когда я хотела принять предложение, то оказалось у товарища нет денег на балансе мне выскочило сообщение о том, что не может значит, выполниться транзакция, у покупателя не хватает на балансе средств. И тогда я пошла и сама взяла и выставила на продажу свой, свою территорию, так как он тут предложил 499, я сходила в Эксплоры, посмотрела, за какие там цены, что продается. Думаю, хорошую, в принципе, цену предлагал. Дай-ка я за 500 выставлю. И у меня купили за полчаса. Леса. Я даже не ожидала, что у меня так быстро продастся территория. И, конечно, я сходила и купила себе зелененькую, чтобы под завод, еще раз повторюсь, поставить. У меня долго Буркина фасо строилась бы со своими лесными пиксами. И теперь у меня вот здесь стоит именно купленная территория вместо пикса, и сразу увеличилась выработка энергии. Так что имейте в виду что это очень-очень важно, строить территории, либо покупать, кстати, у меня еще и денежки остались, у меня разница, да, купила за 500, ну, за минусом 505 процентов, мне 475 AXT пришли, купила я зеленые ареа за 170, разница, понятно, что попала ко мне в кошелек, и часть я уже сразу спрятала, Теперь боишься всяких мошенников, хотя я никуда по ссылкам не бегаю. Но вот оставила себе тут вот около 90, тут с лишним. Так что э, скрин с глемом отправили. Э, в, так, смотрим, где у нас отправился скрин. Не вижу. Э, а, в личку отправила, да? Что с глемом? Так. Э, почему. Так, давайте еще тогда проверим, почему у нас так. Откуда у нас такая получилась ситуация, что э, это могли поменять. Андреас закончил эфир. Может быть, он у меня побывал в настройках. Сейчас, ребята, тогда одну секунду. Давайте я извинюсь, если вдруг на самом деле я не учла, что Андреас мог зайти и что-то поменять. Тогда мы сейчас откроем еще раз ссылку на наш... Так, здесь, если мы открываем, то нам нужно открыть наш канал. Сейчас секундочку, мне нужно открыть, как управлять каналом. Сейчас зайдем на... Так, скопировать ссылку скопировать адрес ссылки и попробуем сейчас зайти еще раз в Twitch. Открыть в новой вкладке. Ctrl V. И посмотрим, что у нас тут откроется. Так, мне нужно управление каналом. Сейчас посмотрим, где у нас управление каналом, чтобы можно было нам на планете поуправлять этим каналом. Настроить канал. Сейчас, секундочку, я зайду в настройки. И вдруг там где-то что-то поменяли. Сейчас, секунду. И заодно зайдем в Глем тоже. Там тоже могли поменять. Секунду. Сейчас мы с глема даже начнем, чтобы увидеть, где там что могли покупать. Как покупать территории? Сейчас покажу. Это очень-очень просто. Пользуясь фильтром, можно купить и продать все, что угодно. Сейчас секундочку отобразится у меня страничка, чтобы можно было зайти. И у нас идет а, сейчас активный а, 12. Так, он уже, вот он идет у нас восьмое. И мы сейчас глянем, что он показывает. 8 декабря 2022 с 7 часов ПМ. Ага. Конечно, поменяли на Копенгаген. Понятно. Сейчас, ребята, исправим. Все увидела, в чем проблема. Убрали наш Потому что эфир-то проводился по передо мной. По европейскому времени... Сейчас, секундочку, мы исправим это дело. Понятно. Я даже не поверила, потому что знаю, что все было настроено как надо. Так, сохранить. Давайте проверить еще раз. Обычную территорию Ария. А обычная это какая? Outlier беленькая? Или какая? Проверьте, пожалуйста, еще раз ссылку. Давайте я ее скопирую отсюда. Еще раз в чат брошу ссылку. Подскажите мне, пожалуйста, уже будет сейчас она работать после того, как я тут сделала сохранение. Так, я отправляю еще раз ссылку. Ребята, ну вы, я еще раз, я сегодня начала встречу с гильдией. Вот если вы хотели услышать эту информацию, значит, вы посмотрите. Зелененькая. Я купила сегодня зелененькую за 170 XT. Ура, работает отлично. Я купила зелененькую за 170. Там было, было предложение за 100, но там почему-то она оказалась нерабочая остальные территории были еще дороже. Поэтому я за 170 сегодня спокойно купила. Вы за сколько хотите продать, интересно? Так, что еще? Ставка ваша так и стоит, ее никто не отменял. Конечно, никто не отменял никаких ставок. Ребята, что вы себе придумываете? зашел, можно сказать, крупный игрок, который у всех недействующих игроков к себе, да, стал он владельцем этих пиксов. Для вас ничего не изменилось, да, надо было завод брать под сиреневую территорию. Ага, это же надо покупать. А где у меня? Я, ребята, я же все время на встречах вам говорю, что вот я в планете не трачу из своего кармана деньги. Все, что я здесь покупаю, это все за счет того, что я продала. Да, то есть у меня с Нового года нет затрат из семейного кошелька. Вы меня услышите, пожалуйста. Если вы выстроили свою правильно здесь тактику, стратегию да, в этой игре, то вы получаете больше в аэродропах, чем вы тратите. Мало того, что мне приносят очень много аэродропы, я хочу еще э, просто поделиться: насколько выгодно участник у меня есть один, который уже выиграл многократно, в, участвуя просто во всех вот этих вот заданиях, которые дает планета. Когда мы видим вот такие объявления э, о том, что нужно где-то поучаствовать, там ссылочка на Твиттер, но если на Твиттер даже вы зайдете, например, на телефоне, там обязательно будет ссылочка на Глем или на страничку Генки. Да, это вот такая страничка, которая сейчас покажу примерно как это выглядит генки это ну короче говоря по принципу как гле и ваша ваша задача собственно говоря только проходить по вот этим вот опять же откроем в новой вкладке ваша задача только выполнить вот эти вот шаги даже не заходя на сайт вы выполняете какие-то задания, и, а там идет все время розыгрыш каких-то ресурсов, каких-то активов, которые нам очень-очень нужны. И вот у меня есть вообще уникальный один участник, с которым очень приятно всегда общаться, потому что человек полон позитива. Он точно так же, как и я, он не тянет деньги из своей семьи. Он просто уже выиграл массу всяких вот этих призов, вот этих вот активов, каргодропов, там, юбилейных пакетов, стартовых пакетов. И теперь еще и выставляет это все в OpenSea. И, как вы понимаете, я, например, вот территорию создала, я ни копейки из личного кармана не потратила. Это все за счет тех денег, которые конкретно вот на планете были заработаны и э, выстроилась наконец-то территория, я ее продала, а разница-то оказалась у меня такая, что теперь она мне поможет быстрее зарабатывать, получать энергию, которую я опять же превращу в XT, и там уже будет мой выбор. Либо я монетизирую эти XT, либо я на них что-то еще куплю для того, чтобы, ну, как говорится, да, расширяешь производство, еще больше получаешь э, выхлоп. Так, снова скиньте ссылку, скинули. Ольга, надо было завод брать под сиреневую территорию. Это надо было, видите, покупать тогда эту территорию. Мне же выпал завод зелененький. Я же их построила на средства, на активы, которые мне опять же попались в аирдропе. Если бы я не приобрела вот эту акцию New Lens, то не было бы у меня этого завода. А когда он генерировался, он опять же генерируется случайным образом, у меня сгенерировался зелененький. И, а теперь когда я соберу еще на следующий завод, если вот зайти здесь для того, чтобы вот создать следующий завод, вот там где наши плиточки крутятся, переходим. Там же у нас список есть, да, сколько нужно теперь вот ресурсов для того, чтобы собрать следующий завод. Там только одних астрокредитов нужно одну тысячу. А где же я их возьму? Если только аэродроп 22 числа здорово выручит. Вот смотрите, если мы переходим на создание, посмотрите, у меня теперь все красным. У меня должно быть тысяча астрокредитов, чтобы вот следующую попытку сделать, создать завод. 342 вот теперь только у меня. 20 нужно э, этих белых биомодов, а у меня их всего 10. 15 надо зелененьких, а у меня всего 13 собрались. Ну, то есть все красным. У меня только единственный, кто беленький, да, это чертеж, что вот этот уже ресурс у меня есть, а все остальное еще собирать э, еще не знаю сколько. Поэтому для того, чтобы не тратить время, я продала свою сиреневую. А энергию-то я уже получаю сейчас, поэтому мне важно было монетизировать, так скажем, да, имеющиеся. Поэтому вот так. Давайте, да, 82 человека нет у нас. Глем уже работает, уже все работает. Так, ставка ваша так и стоит, ее никто не отменял, это правда. Могу продать обычную территорию? Не нашла. Так, это мы все ответили. Все хорошо работает. Все хорошо. Пожалуйста, покажите, как покупать территории. Смотрите, покупаем очень просто. Вот заходим на наш Marketplace. Да, вот я тут укрупнилась хорошо. И вот она, верхняя строчка эксплора в нее заходим и у нас здесь есть вот эти вкладочки да где вот можем купить отдельный пикс можем купить э, пакетом что-то но это вообще плохо продающаяся часть мне нужна была ария я прежде всего что делаю я чищу фильтр да вот из того что я тут перед этим искала, обязательно очищаем фильтр После того, как он почистился, я перехожу вот в эту вкладочку «Ариа». И теперь смотрю, что, собственно говоря, что мне нужно было. Мне нужно было найти именно зелененькую территорию, поэтому я нажала на фильтр, так как у меня завод зелененький, и «Купить сейчас». И здесь я что выделяла? Зелененький. Да? Вот мне не важно, в какой стране было, и нажимаю «Apply». И вот сейчас мы еще увидим, может еще кто-нибудь за то время, как вот я покупала. Вот посмотрите, вот территория, которая как бы стоит за 19 AXT, не срабатывает. Это вот я поняла, что не какие-то фейковые. Есть, вот я купила за 170, вот сейчас продается за 199 AXT, вот можно купить. Есть за 250. Ну, то есть дальше все будет дороже, дороже, дороже. Да? У нас автоматом показывает здесь от более низкой цены к более высокой. Вот эта за 19, она какая-то неправильная. Я не знаю, почему. Я несколько раз пыталась. Она так и стоит, кстати, с того момента, как я пыталась купить. Вот я купила за 170 ближайший вот к моему к моему уровню продажи <laughs> покупки за 199. Вот. И я даже не смотрела, что это у меня попался там Таиланд мне было важно сориентироваться на цену, да, и вот в конечном итоге вот я так вот купила. И более того получилось, что я выиграла. Я продала, смотрите, у меня я продала за 500 свою рару территорию. Там у нас с вами 40, 40, да, 40 аэксти. То есть я продала в среднем за 12,5, а покупала я каждый, самый дорогой у меня там пикс был, это 5 AXT. То есть понятно, что я продала с выгодой для себя, а купила я территорию, в которой 20 за 170 разделить на 20, 20 пикс там да, у нас в зелененькой ареа. За 8,5, то есть я в любом случае оказалась в очень хорошем таком выгодном торговом соотношении. Ну, это как я считаю, может быть, я не догоняю, но продала за практически 12, а купила за 8, да территорию, где пикс обходится в 8. Так что а на самом деле фактически я затратила на ту территорию, которую вот строила тут. Это по, самый дорогой был, это по 5. Вот. И я так понимаю, что если этот человек здесь купил, то он дальше еще будет строить домен. И все вот эти вот мной уже приобретенные дальнейшие Пиксы, он явно тоже потом будет скупать, и я думаю, что мы сторгуемся. Индонезия, Китай, Казахстан по 160. А это вы продаете? Это у вас столько территории Круто. Вы вообще молодец. У меня никак не получается последний вопрос пригласить, товарищи. Да, пригласить никого не получается, да? Ну и ладно. Будем без подарка. Просто эти пиксы, которые мне нужны, они потом примут эти ставки. Мне надо подождать. Конечно, это же, если они у вас реальны, либо будет отказ, да, либо они будут отторгнуты, эти ваши предложения, если вы там сильно жадничаете. Как у меня есть там, где вот я строю, в Буркина-Фасо, и народ, видя, что там начали у них покупать, ну, делать им предложение, они стали выставлять зелененькие за 30 AXT, 30, 60 у меня там даже есть. Ну, совсем, что ли, ненормальные? Это, это, ну, зачем вот, по сути дела, ни себе, ни людям, да, как говорится. Если цены у вас нормальные, ваши предложения, конечно, надо просто подождать. Надо понимать, что это огромное-огромное количество. Да? Я знаю одного из участников, который лишился своих участков. 18 тысяч у него пиксов. Только у одного человека. Представляете, 18 тысяч. А вы представляете, что там еще у каждого там за спиной сколько таких успящих этих. Так что надо просто подождать. Вы не переживайте. Обязательно все сработает. Владелец зайдет на планету, и если устроит, то, например, Танечка абсолютно права. Вы забывайте, что когда начинали покупать, вам какая разница? Вы здесь как покупали, что полгода назад, да, когда мы начинали строить территорию, что сейчас? Вот у нас как была разбежка условно да, в застроенных территориях, если это беленькие наши, да, outlier пиксы, то это цена от одного до трех. Вот она как была, так и есть. Причем тут сколько там оно на рынке. Вот абсолютно всем все равно. Вы же строите здесь и сейчас. Вы никто не в проигрыше. Александр, не вводите смуту. Вот вы абсолютно не правы. Вы играете внутри игры. Это внутри игровая валюта. И вы здесь ничего не потеряли. У меня как было за пять, так за пять я и до сих пор покупаю. Что я сразу после Нового года покупала эти пиксы. Я говорю, только все за пять я сменила теперь на единичку. Никто ничего не потерял. Я, наоборот, осталась в огромном выигрыше, и мне теперь хватит еще строиться и строиться. Ого-го! У меня там практически 150 пиксов теперь еще лежит в загашнике, так скажем. Я, я тоже говорю за цену. Я же тоже говорю о ценах. И о том, что я выиграла, и о том, что я продала очень успешно. Я, я их... Каким образом я покупала? Я AXT на XT, да? То есть я же из своего кармана ничего не выкладывала. Правда, Александр? Алекс, креатор. Так что не придумывайте. Начинали, за сколько мы их покупали. Мы как были внутри игры в пределах одних ценовых каких-то вот промежутков, да, как легендарные были примерно от 7 до 10, так они и есть до сегодняшнего дня. Никто ничего не изменил. И наоборот, я хочу сказать, что даже более активно теперь даже удается продать за дешевые цены. И в предыдущих эфирах я показывала, да, где можно купить за 0,39, когда вот проснулись особенно игроки, и когда им нужно было эту активность. Это был такой замечательный момент, когда можно было купить вообще по дешевке. Или те, кто хотел, чтобы все подряд продать, лишь бы скорее выйти из игры. И вот этот ажиотаж, который вот до сих пор еще, собственно говоря, продолжается, все можно купить очень дешево, а продать намного дороже. Более того, я уже показывала эту стратегию: там, где кто-то строится, теперь Появилась куча коммерсантов, которые скупают все вокруг и перепродают тому, кто строится, в конечном итоге уже дороже. <laughs> То есть строителю обходится все дороже. Ничего не могу сказать по аэродропу про 22 декабря. Никогда команда планеты, нам еще хоть мы и модераторы, не раскрыла информацию раньше, чем не довела до всех. То есть мы не находимся в привилегированном положении по вот такой какой-то эксклюзивной информации. Сколько бы мы ни допытывались, а что будет, а как будет, мы узнаем это из общего объявления. Наша задача обращаться к команде планеты только в тех случаях, когда обнаруживается конкретно сбой, который вызвал там массовые какие-то да, последствия у людей, либо какой-то персональный срочный сбой, который нужно решить здесь и сейчас у человека что-то случилось вот и там где мы не справились в основном я хочу сказать что 90 процентов всех обращений которые вот ко мне поступают я решаю самостоятельно без команды без никого то есть достаточно знаний для того, чтобы решить здесь и сейчас вопрос. К команде мы обращаемся, отвлекаем ее от основных ее каких-то действий только в крайних случаях. Нам запрещено просто так интересоваться какими-то вот. А что будет с гильдией, если у тебя есть голова на плечах? мы уже объясняли, в предыдущие разы объясняла уже не один эфир, где я давала пояснение, что гильдия – это такой же игрок, как и мы все с вами. Ничего никак для нас не произойдет и не изменится. Каким будет аэродроп, это уже сказала. Сегодня планета работала прекрасно, Ольга давала много света, что делать в этом случае. Читайте в чатах. Да, ребята, если вот совсем, я говорю, такая срочная ситуация, то, пожалуйста, в связи с тем, что очень много мне приходится вот просто переходить на личные обращения, вот сейчас я опять закрыла ДМ, за исключением нескольких участников, кто у меня включен в список, с кем я общаюсь постоянно. И так как у меня беспрестанно идут сообщения в Дискорде, я вынуждена иногда закрывать доступ к себе для того, чтобы помочь хотя бы тем 25 человекам, которых я в списке оставила, и по порядочку по ним пройтись. Если я буду отвечать еще в чатах, как я это обычно успевала делать, то я просто не выведу вот этих людей, кто все-таки реанимировался и готов дальше продолжать играть. Хочется действительно кому-то, ну, все-таки реально помочь. Человеку чуть-чуть иногда бывает, не хватает понимание, как правильно зайти в миссион контроле, как зайти. Кстати, хотите еще раз покажу. Вот то, что я отдавала сейчас в Дискорде, показывала вам. На самом деле все очень просто. Вы заходите в настройки. Вот это на компьютере как настраивается. Да, если у вас что-то не срабатывает, заходите в настройки конфиденциальность, безопасность. И в первую очередь, да, я уже показывала, вы историю браузера оставляете. Очистите а только куки и кэш, удаляете данные, все вот этого это действие обязательно. И потом а, вы копируете адрес планеты, вот как вот она у нас есть, без всяких там, а, самая-самая ее а, основная корневая часть, да, скажем, да, домен первого уровня. И а, вы берете вот planetx.com, то есть вот я даже не беру там с геем, там с вот этим всем, а беру только верхнюю часть planetx.com. И вот посмотрите, я это скопировала, и у меня теперь там, где опять же вот у нас конфиденциальность и безопасность, есть у нас с вами файлы, файлы куки и другие данные сайта. Вот настройки сайтов. Заходим в настройки сайтов. И здесь вам нужно пройти по вот этим разрешениям. Геоданные меня не интересуют, камера меня не интересует, микрофон не интересует, а вот фоновая синхронизация интересует, да, потому что это все там у меня фоном идет и привязка к кошельку, и сюда зашла. И здесь у нас есть запрещенные сайты а вот здесь ниже есть смотрите разрешить сайтом завершать отправку и получение данных и у меня в этом списке должно быть что добавляем об ctrl v планета добавить вот она у вас в списке всегда разрешенных до да? вышли отсюда самое главное это вот эта часть файлы куки данные сайтов заходим и точно такая же есть часть, да, которые сайты, которые всегда могут использовать э, файлы куки и все там остальное. Планета у меня здесь добавлена, добавлена. Э, возвращаемся назад и добавляем следующую часть. JavaScript добавляем э, в разрешенные, да, разрешить сайтом э, использовать э, JavaScript. Нажимаем добавить. Ctrl-V вставили, ставим галочку в, и в режиме инкогнита добавить. Планета добавлена, добавлена. Картинки, от, надо же от планеты все-все-все, картинки, да, опять переходим там, где разрешение, и нажимаем добавить, Ctrl-V добавить, опять же со всеми, в том числе в режиме инкогнита. Вот планету везде добавьте, у кого проблемы с отображением сайта, я это делаю каждый день по много-много раз, и у людей все в конечном итоге отображается. Вот поверьте мне, вы просто сами не читаете мои рекомендации, но здесь планета уже добавлена понимаете, вот все работает, все отлично работает, никаких проблем с сайтом нет. Если бы это было, то это было бы у всех. У меня работает, я вот вам перехожу, что сюда, что туда. Все работает отлично. Так что имейте в виду. На телефоне тоже, там еще все проще. Пожалуйста, в Дискорде прочитайте, все там предоставила. Так, звук звука сейчас нет. Кто-то пишет, что хорошо. Всего 89 человек. Ну, розыгрыша не будет, да. А, так, всем привет-привет. Ну, я на этом уже, в общем-то, заканчиваю. Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы. Кто там еще что-то меня в Дискорде поразил какой-то вопрос? Сейчас еще раз гляну. Что человек спросил? Поста... полгода назад поставила пиксы на стейкинг срок прошел нажала снять средства а, со стейкингом давайте посмотрим на стейкинг то есть вот находясь на этом сайте да где у нас э, стройка э, net empire так называемая наша да э, у нас есть в меню возможность перейти на сайт стейкинга. Переходим на сайт, на сайт стейкинга и нажимаем оранжевую кнопочку для того, чтобы перейти или вот здесь в дашборд. То есть это то же самое, что здесь, что здесь, да? Я люблю дашборд, то есть панель управления. Перешли. Понятно, что должен быть коннект с кошельком, поэтому открывается у нас новое окно. И сейчас у нас будет коннект с нашим кошельком. Кошелек у меня уже отреагировал. У лисенка появилась тут единичка. Сейчас мой кошелек тут отобразится еще. Понятно, что мы нажимаем одобрить. Если вдруг появилось сменить сеть на сеть, так как я там переходила на эфир, и он это все ловит. Мне не надо переключаться с сеть на сеть. Но если я даже нажму «Нечаянно сменить», то ничего не произойдет. Как был эфир, полигон, сеть полигона, так сеть полигона и осталась. И здесь мы что с вами проверяем? Да, что у нас есть с вами коннект с кошельком. Если мы ставили что-то на стейкинг, и ваши поставленные на стейкинг, никуда вы их там не отправили на розыгрыши, то вы спокойно снимете. Мы сначала снимаем, получаем выгоду, да, мои стоят на розыгрыше. AXT Cat Raffle. Поэтому Снять у меня их не получится 20 вот этих вот, пока я там не сниму с розыгрыша. А вот э, поставить еще на депозит я смогу. И у меня здесь уже вот набежало там один, э, AXT, 1 AXT, 1,4, короче говоря, да. Ставила я на 6 месяцев. Здесь вот у меня есть еще один вариант, да, где я поставила 5 на 1 месяц. И э, тоже вот я могу взять и э, нажать на депозит, то есть вывести. Клайм, э, вот кнопочка Клайм, по идее, даже она у меня тут активна. Смотрите, если я нажму, то по идее я свои 20 забрать смогу. У меня уже пошла транзакция. А вот здесь, где я поставила на месяц, она у меня еще никак не активна. Вот, mm -hmm. здесь же уже доступно, у меня 6 месяцев уже прошли, и э, кнопочка клайма активна. Даже оказывается, теперь уже независимо от того, что у меня они в розыгрыше участвуют. А посмотреть, э, что у меня стоит. Они стоят в розыгрыше. Кликнув на меню, мы переходим на AXT-Roff. Я открою в новой вкладке, чтобы эту не затереть. И посмотрите, у меня. Э, нет, 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 ничего не надо мне снимать, я не буду снимать. теперь кошелек у меня зацепил, я нажала там на клайм, и поэтому вот кошелек отреагировал. Вот, и теперь заходим, опять же, мы коннектимся, даже пусть я нажму сменить, как, бы, как будто бы сеть, без разницы, хоть отклонить, хоть сменить. Проверяем, что кошелек у нас законектился. И вот смотрите, у меня вот они вот эти 20 AXT, они у меня, в принципе, позволяют иметь 20 билетов. Но я давно здесь не участвовала. Для того, чтобы их, эти билеты, например, мне переставить на следующую неделю, а мы видим с вами, что следующий розыгрыш будет вот ниже, если опустить а, страничку, мы видим, следующий розыгрыш будет 14 декабря. Да, это будет 23 неделя. А где стоят мои XT? На какой неделе? Мы смотрим, где мои 20 отобразятся. Вот они где отобразились. Посмотрите. А, проскочила секунду, вот они. Вот они мои 20, вот здесь отображаются, что они у меня стоят на 14 неделе. Если я захочу остановить свой розыгрыш, да, участие в розыгрышах, то я, или наоборот, давайте я покажу сейчас, как перенести. Это вот очень частый вопрос тоже. Я хочу взять, вот у меня 20 билетов можно э, приобрести. Я их хочу перенести с 14 недели, мы видели, они у меня там стоят, на 23 скажем, все 20 билетов, то есть 1 XT – это один билет. Мы переносим, мы ставим сюда галочку, и вот у нас становятся активными. И мы с вами, вместо того, чтобы их выводить, 6 месяцев у меня уже прошли, я могла их, в принципе, забрать, кнопочка Climb активна, но я их сейчас поставлю опять вот на розыгрыш. И это еженедельный розыгрыш, который вам позволяет, по сути дела, одни и те же XT переставлять и участвовать в розыгрыше 2500 XT. И нажимаем ⁇ Подтвердить ⁇ Вот, по сути дела, я переставила. Мне сказали о том, что у меня все успешно, все замечательно, что у меня все хорошо. Теперь вот мы видим зеленую галочку. Я их переставила на следующую неделю. То есть я их не стала снимать, и сейчас они у меня опять же вот пошли на розыгрыш. Страничка обновится не так быстро, не моментально, а через несколько минут. Перейдем. Сейчас мы обновим страничку. Может уже... Вот успешная транзакция. Все, мы поставили свои 20 XT на то, чтобы они поучаствовали в розыгрыше. Сейчас обновлю страничку, может уже отобразиться оперативнее. Раньше, по крайней мере, я уже давненько не была, да, уже 6 недель прошло, как вот я не участвую в этих розыгрышах. Одобрить, отмена теперь нажмем на всякий случай, чтобы показать, что и то, и другое работает. И проверяем. Это мы попали на просто стейкинг. У меня э, билеты, теперь смотрим на эту неделю. Вот они у меня встали. Вот, отобразились они довольно оперативно. Смотрите, мои 20 AXT встали на розыгрыш, который будет 14 декабря. То есть это все очень легко. До этого мы с вами были на сайте, да, где я, в принципе, могла их просто-напросто вывести. Вот теперь у меня кнопочка Climb, смотрите, стала неактивна. Вот, смотрите, до этого она была активна, я могла вывести, даже аж у меня кошелек реагировал. А так как я поставила их на розыгрыш, как только он пройдет, у нас с вами потом будет известна информация, через сколько времени. То есть сам розыгрыш состоится через 6 дней, 6 часов 50, ну, 6 дней, 7 часов. И плюс к тому же сразу после розыгрыша, тоже в течение недели вы их там сразу еще не снимете. Там еще после розыгрыша еще с недельку они будут у вас недоступны. А потом, пожалуйста, снимайте. У вас кнопочка Клайм будет доступна тогда, когда у вас... Оно и сейчас у меня стоит. Нет, кнопочка Клайм недоступна. Нет, доступно. Смотрите, ребята, то есть нам сказали, что и Нельзя снимать, когда мы участвуем в розыгрыше, а мне сейчас прям дают уже пошел все как будто можно снять. Короче, пробуйте. Вот команда все делает. Кто-то у меня жаловался, что команда не реагирует. Настолько реагирует, что даже я в шоке, что на модераторов так не реагирует команда, как на те вопросы, которые постоянно, если они повторяются, именно от простых игроков в Дискорде на официальном канале э из Суэсэндбак. Есть такой канал, Сейчас еще раз вам зрительно покажу: что если вы обращаетесь э, вот здесь, в таком канале, как э, раздел называется Саппорт, и прямо в этом канале, э, в Саппорте, вот он и вот на вот этот вот канал э, команда Планеты реагирует вообще очень сильно. Прочитывается не только. Простыми сотрудниками компании, не только разработчиками, не только там, руководящими работниками, основателями компаний прочитывается. И ответ очень часто дается даже Крисом, Филиппом, Феликсом. То есть, вот самый-самый действенный чат круче, чем техподдержка. Если вы обращались в техподдержку, и вам там не устроил ответ, вот все, что здесь пишут, прочитывается командой. Поэтому если вот я таких еще руководителей не видела, которые настолько напрямую реагируют лучше, чем если модератор задал какой-то вопрос. Поэтому нет тут никаких рангов и привилегий у модераторов, только пахать ни денег нам за это не платят, мы просто волонтеры на добровольной основе, поэтому не завидуйте нам, пожалуйста, и не уповайте, что мы тут и в каких-то привилегированных положениях, мы наоборот как каторжники, <laughs> я по-другому не назову. И еще у нас есть другой вид розыгрыша, да, если вы помните. Это вот мы посмотрели там, где IXT Cat Raf, а есть у нас еще другой розыгрыш. Если зайти в терминал, который сейчас пока временно приостановлен, это Lucky Cat просто, да, вот, который уже теперь через миссион контроль. Здесь, если вы участвуете в розыгрыше, то э, просто-напросто своими билетами, которые у вас если есть, а опять же их можно увидеть, э, откроем инвентарь в новой вкладке, если у вас есть, либо вы смотрите на OpenSea, либо вы смотрите вот здесь в ресурсах. Вы смотрите, если у вас есть билеты простые или там э, премиум билеты, да, то премиум пока еще для них не было розыгрыша, а вот эти вот у нас проводились довольно таки активно и здесь можно было, где э, только что была на этом сайте, и здесь у нас довольно таки активно в этих э, только что -то заходил. Вот он, розыгрыш. Вот здесь у нас точно такой же баннер, как в наших лабораториях, да, вы нажимаете э, сюда. Если есть какой-то розыгрыш, то он будет вот здесь вот отображаться. Пока, вот, как видите, э, сейчас пока нет ничего. Приостановили, да, в связи с там 25 ноября, вот последний как был. И здесь у вас видно, вот они 306 таких вот простых у меня, да, регулярных билетов и 25 у меня там премиум билетов. Вот, если вы захотите поучаствовать, выиграть лендмарк, который по сути дела тоже доходная часть и на стейкинг можно поставить и продать, можно будет и в дальнейшем, когда планета больше заселится какими-то территориями, какими-то будут проданы в большом количестве участки, то вы сможете выиграть лендмарк. Лендмарки все разные, как вы помните, да, вот последние в розыгрышах были уровня 2 звезды, вот, то есть показывают, показывает, какой тикет именно участвует, что регуляр, и вот если только здесь розыгрыш откроется, вы тоже сможете потом поучаствовать. Все вся информация, в принципе, опять же, нами была дана. И вот победители мы видим, кликнув на посмотреть, кто победил. Здесь есть счета победителей. Вот пять человек выиграли, и видно, да, что пять человек выигрыш был, и видно их начало и окончание их счетов. Вот такие вот у нас, как бы, кстати, обалдеть, сколько ставил? 10 тысяч билетов ставил человек. С ума сойти. Ладно, это вот то, что касается розыгрышей. Есть еще какие-то у вас вопросы, какие-то еще уточнения? Пожалуйста, спрашивайте. Сейчас я вернусь в чат. Если нет, то будем. Да, Гульсара. Я чуть не пошла спрашивать, а потом только до меня дошло. У нас же это желтый треугольник, это же сколько суточной энергии у вас вырабатывает. Так как у вас завод выше моего по уровню, у вас вырабатывается в сутки 2 единицы энергии. Поэтому, а у меня-то зелененький, Поэтому у меня всего одна единичка в сутки энергии вырабатывается. Поэтому у нас с вами разные просто заводы. Вот это вот залезло, когда в белую книгу почитать, посмотреть, думаю, блин, что ж, что ж такого я не знаю. И оказалось, белая книга помогла мне осознать вот этот вот момент. Прочитываю еще раз. Так что я у них не спрашивала, сама вычитала. Такая вот. Ребята, если больше нет вопросов у матросов, то что на этом сегодня тогда все. Не хотите больше ничего спрашивать, значит, тогда розыгрыша у нас не будет. Сами себе подарок не устроили. Вот, приходите, пожалуйста, на прямые эфиры. Я буду пытаться, если только у меня будет наплыв одних и тех же вопросов, то выходить иногда на своем канале в Twitch, потому что здесь, на официальном канале, мы для розыгрыша каргадропа выходим по четвергам в 7 часов по Москве, а в остальные дни я могу выходить также в Twitch на то, чтобы сразу вот играть и ну, где-то какие-то такие рабочие моменты показывать. Белые заводы стоят дороже синих? Нет, белые заводы стоят дешевле. Это аутлайер. Желтые стоят дороже всего, легендарные. Как наши пиксы. Вот так же, как биомоды. Самые дешевые, да, это беленькие. Чуть-чуть лучше, это зелененькие. Средненькие, это голубенькие. Сиреневые, это вторые после легендарных почему белые заводы стоят дороже синих. А где гульсора вы проверяли? Вы имеете в виду на продаже в маркетплейсе? Там я сплошь смотрела, что... Или вы на OpenSea проверяли? Интересно. Да, это где? Я успела больше вариантов предположить. Где вы проверяли? Ответьте на мой вопрос выше по поводу аккаунта жены. А извините, пропустила, что там с аккаунтом жены. А, э, так что тут это Мавлиц. В компании могу зайти. Мой пароль каким-то образом изменился в компе. С телефона я захожу, но на планету не мог зайти. И сид фраза Сбой нету пока не могу их достать раньше. Я мог это сделать с телефона. А сейчас там показывает, чтобы я ввел пароль, чтобы посмотреть 12 сет фраз. Ой, Мавлит, ну тут никто не поможет, если вы не знаете пароля от своего кошелька. Вы когда в него заходите на телефоне, вы же вносите пароль. Значит, и там, когда у нас кошелек, мы заходим посмотреть закрытый ключ или свои 12 фраз, надо ввести тот же самый пароль, когда вы, как вы заходите в кошелек. Если вы заходите в него с паролем, значит, вы же знаете этот пароль. Правильно, кошелек в целях безопасности просит пароль. Вот, поэтому, пожалуйста, вы свой пароль вводите, и вы посмотрите. В кошельке же у нас все есть. Там тем более посмотреть-то очень легко. Я могу свой кошелек показать до того момента, как посмотреть, да? Сейчас, секунду. Это заходим в кошелек. Сейчас я покажу свой кошелек для того, чтобы еще раз напомнить что если на телефоне вы заходите, то это же замечательно. Значит, вы все знаете о своем кошельке. Так, мне нужно, чтобы сделать показ кошелька на телефоне. Так, и сейчас мы сделаем показ, зайдем и разрешение дадим и покажем. Так. Ой, не то перетащила. Нам нужно перетащить там, где у нас кошелек на телефоне. <к tenth> вот. Это наш кошелек. Это я показываю свой э кошелек. Сейчас заходим в кошелек. Мы заходим... И здесь у нас сейчас он загрузится. Наш кошелек застрял. Ну давай уже, родной. Что ж ты так? Сейчас я еще раз сойду. Что-то он остановился у меня. И заходим в кошелек. Обычно быстро грузится. Так, я захожу по биометрии. И заходим, мы заходим. Сейчас я на вопрос молвила отвечу. Так, и пока поищу вопрос про жену. Где что-то же у меня про жену что-то там вопрос про жену да. так вот я зашла в кошелек да и я хочу посмотреть захожу в настройки безопасность и все вот если он меня попросит показать секретную фразу восстановления правильно он конечно попросит пароль просто так-то он не даст это сделать все и вы здесь ведете пароль от кошелька надеюсь от кошелька-то вы знаете пароль не может же просто так, совсем вообще ничего нет. Или там, где вы вообще все-все-все позабывали, тогда, конечно, это ну, никто не поможет. Да. Такого не бывает. Все данные мы же только с вами знаем. Свои пер... У меня не. Ни супруг там, ни мои дети, никто в кошелек мой без меня не зайдет, потому что только я знаю эту информацию. Но единственное, что у меня это все в записях есть. Конечно, если они найдут мои записи, то зайдут. Так, где же у меня вопрос про жену-то? Что там? Вы можете скопировать свой вопрос? Еще раз его задать? Я не могу найти. Я попробовала так и не могу зайти на планету. Сегодня я попробую с человеком зайти. Он сказал, что поможет, если нет. Мавлит, только вы можете знать данные своего кошелька. Больше никакой человек, ни один в мире человек вам не поможет. Если вы не знаете пароль от своего кошелька, и на компьютере вы тоже, оказывается, зайти не можете. Я, я не знаю, как так мож могло случиться, что все подряд прям растеряли. Так, где же проженута? Вопрос я не вижу. Помогите, скопируйте кто-нибудь. Где прожену вопрос? Биткип на телефоне не проходит транзакция в разделе Миссион Контроль, в разделе Гейм транзакция проходит. Господи, боже мой, солнышки мои, но это сто процентов только ваши проблемы с вашим устройством. Мне надо видеть экран, чтобы попытаться найти. Мой дорогой мой Мавлит, вот очень сильно ценю ваше. Спасибо вам вообще за то, что нашли время поучаствовать в эфире. Но без ваших пароля и 12 фраз никто не поможет. И я в том числе. Это, это нереально. Это ваш личный счет. И вы сейчас предлагаете, кошелек это всего лишь банкомат. Мы можем с вами пройти к банкомату, а вы мне скажете, я вам карточку не дам, а вы мне на, с моего счета снимите деньги. Это вот примерно то же самое. Не зная ваших данных, не имея вашу карточку на руках, никто не поможет. О, нашла стеклорез 67. Капец. У меня на сайте жены был единый кошелек. Я ей тоже покупал дроп и получал пиксы. Я теперь не могу зайти на ее аккаунт и выставить на продажу, потому что коннект с моим кошельком сразу выводит на мой аккаунт. Да. Если вы не разделили а, аккаунты, то у вас именно такая ситуация и будет. Все, что было... А, вы не разделили, все объединилось с 12 словами к вашему аккаунту. Нет больше аккаунта жены. Все только к вашему аккаунту привязано. А все, что было к аккаунту жены, значит, по сути дела, нет доступа. Вы посчитали, что вам это не надо и разделять не стали. До 13 мая нужно было это сделать. Теперь попытайтесь написать в поддержку, но я так думаю, что уже ее все пиксы в гильдии. Так, вы узнали. Так, больше нет вопросов. Подскажите, пожалуйста, на эти вопросы были ответы. Как понять, что это гильдия? Да, я сегодня ответила, что такое гильдия. Есть некий или какой-то отличительный. Не будет никакого отличительного знака. Это такой же игрок, как мы с вами. Только называется гильдия. И нам без разницы, с каким игроком и какой у него аккаунт, наша задача ⁇ это вот наши пиксы выставлены на продажу, чтобы их кто-то купил. Или наоборот, мы хотим, чтобы нам что-то продали, чтобы кто-то нам продал. Какая разница, как называется и какой аккаунт. Нужно ли нам выставлять ставки? Ничего не надо, не придумывайте, пожалуйста, вы на полно... Я с этого сегодня начала, ребята, если вы опаздываете, то тогда, пожалуйста, смотрите запись. Я в самом начале все рассказала про Гиндию. И по какой цене? Как по какой? По средней, какая выстроилась у нас на планете, по такой и будут. У меня на сайте жены был единый кошелек. А, ну все, я уже вам ответила. Что это сразу подмога я уже прочитала я скопировала вопрос у меня ага, уже прочитала спасибо большое ребята Ой, как приятно попросила и тут же скопировать спасибо большое я увидела дело в том что если вы хотели раздельный учет то это значит нужно было отделять отдельно кошелек создавать для жены, а к себе потом его просто импортировать. Вот у меня здесь, например, да, вы видите, что на одном кошельке, на самом деле, вот посмотрите, у меня несколько здесь аккаунтов, под каждым из них я могу зайти на планету, под каждым из них, да, и... Все это импортированные кошельки, то есть создан был для человека отдельный кошелек, а уже к себе сюда я импортировала. Вот у нас есть возможность импортировать счет. Вот вы видите, да? Раз, нажали, импортировать, сюда вводите закрытый ключ. И вот сейчас, вот это вам не показывает, а у меня на экране написано: Введите закрытый ключ. Метамаск скрывает информацию, чтобы когда делишься экраном, чтобы это не показывалось. И поэтому все можно импортировать. Но в любом случае, если у жены отдельный счет был то вы можете вот со своими 12 словами, да, то все в порядке. Вы сможете тогда и зайти на планету с ее кошельком. Если это все было э, в техподдержку писать уже бесполезно. Вы знаете, я бы сказала, что попытка не пытка, в лоб не ударят, да. В конечном итоге у нас же ведь как сказано, что в течение 6 месяцев, смотрите, в гильдию переданы участки. Но нам э, команда дала 6 месяцев до 22 мая 2023 года, что любой игрок может быть реанимирован. Да? То есть он может себя восстановить в игре, только получит взамен другие пиксы. Не в тех же местах, где у него было, а равнозначные, но уже будут в каких-то других местах. Все, что гильдии перешло, это уже к ней перешло. А вам выдадут равнозначный. Поэтому писать надо в любом случае. Я думаю, что это будет правильно. Не сидеть не, не беспомощно так смотреть на ситуацию, а однозначно пытаться реанимировать аккаунт. Конечно, да, много игроков сейчас попали в такую ситуацию, что на всю семью все это было открыто. Uh, у меня есть один игрок, который последний раз был на планете в ноябре месяце прошлого года, uh, то есть uh, он даже и не читал эти объявления о том, что у нас изменилось, что, что нужно было разделять, вот, и получилось, что вся, вся, все его 12 аккаунтов, которые были открыты вот в кошельке, они все были именно не отдельными кошельками, и сейчас а, куплено было, ну, большие очень у них такие команды там. И очень много у них было бесплатных участков, много ваучеров. А, все надо пытаться восстанавливать. Так что пишите в поддержку обязательно. Ребята, все. Спасибо вам большое за участие. Если э, есть желание, то буду периодически бросать о том, что я с рабочим каким-то вариантом выхожу в эфир, еще раз показываю, просто вживую, это все-таки стрим, это не какая-то школа специальная, а задача наша максимально показать, как мы все делаем на практике, я вам показываю вот, и на телефонах, и на компьютерах. И все везде у нас заходит. Вот показываю еще раз, как легко заходит в, в ту же самую планету на телефоне, если у вас все правильно почищено, память достаточная, и все отображает. Ну, все работает. Я, я не знаю, что здесь может не работать. Поэтому в любом случае все зависит только от вас. И вам спасибо огромное, ребята. Я очень-очень ценю ваши отношения, ваше вот, просто желание развиваться в конечном итоге. Спасибо вам огромное всем. Хорошего вечера. Впереди пятница и выходные. До следующей недели. Или смотрите мои стримы на моем уже канале InfoPartners. Все, всем пока-пока.